Редкое фото казахского акына и общественного деятеля найдено в библиотеке Вашингтона. Аналогов снимку нет даже на родине деятеля. Изучая архивы в США, журналист Дюсенали Алим Акына наткнулся на книгу «Советы в Центральной Азии», изданную более 70 лет назад британскими исследователями Зельдой и Уильямом Коутес. Работа повествует о положении республик в Советском Союзе. Казахстану посвящен целый раздел, где исследователи пишут о богатом культурном наследии Жамбыла Жабаева и называют его гордостью всего казахского народа. Сначала в издании рассказывается о трудах великого Абая. После глава посвящена Жамбылу Жабаеву. Из-за отсутствия ссылки мы можем предположить, что снимок могли сделать сами авторы книги. Изображение единственное в своем роде.